Снова здорово. Продолжаем играть в легенды. Вот мы там же, где остановились. Я тут подлечил, да? Травмы сейчас исчезнут. Исчезнут. Но темка такая, я уже протестил. Как он называется-то? Этого беспонтового осла. Барабанщик с ним не работает. В этом можно будет убедиться в следующем бою, когда я возьму его. Так, 7, да, значит. Я совсем забыл, что тут нужно квестик выполнить, потому что у меня были шкуры, да, вот. Поэтому нам еще накинуло. 1, 2, 3. Где четвертая? Не вижу. 1, 2, 3. Наплевать, в принципе. Давайте, погнали. На север. Опа-па! Добрый вечер, бледные гули. Сейчас очень интересный вопрос. 8 штук, это очень жестко. Очень жесткие ребята это. Сможем ли мы их одолеть? Будем ли мы их вообще бить? Ради контента, конечно. Конечно, ради контента. Только смотрите, что надо сделать. Вот этого беспонтового типа надо поменять. Нам понадобятся все наши силы. Кроме вот этого, этой обузы. Черт, это тоже, конечно, обуза. Так, ребят, сейчас вы увидите воочию, что значит легендарные монстры. Все штормвульфы, или как это там, что ли, фигня, короче, змейки, это все ерунда. Сейчас я вам покажу, что значит настоящие убийцы. Так, копишка. Вот тебе критично? Тебе выносливость неплохо забустится. Хорошо. Тут нужны все, тут нужны самые отборные солдаты. Так сказать. Солдаты Ирака. Как говорится. Это ерунда, он даже, ну... Честно, его даже опасно туда ставить. Я бы не стал брать. Не берем. Вот это... Не знаю. Может быть и выживет. Так, ну что ж. Давайте смотреть. Вот этот может, по идее, сражаться. Просто проблема в том, что нимблы тут очень уязвимы. Они так будут коровяку вешать, они так будут пробивать, что просто. Три клетки. Вот этот лучник, он даже, я не знаю, может быть и не котируется, а может и котируется, не знаю. Может очень сильно прилечь. Давай посмотрим. Почему-то картинка обычных гулей. Видимо, там были еще и обычные гули, но их убили. Возможно, это так. Вот этот тип. Без мели, да? Черт бы его побрал, он без мели вообще. Но нам надо на одной цели сосредоточиться. Нет времени. Блин, кузнец тоже. Но кузнец будет резать броню. Это важно. Важно тебя сюда. Ага. Слуга, все хорошо. Поехали, пробуем. Господа.
Так, сумерки уже, господи. Видимо, ночью я не смогу догнать. Или смогу? Я догнал их. В поле причем. Так. Вижу Т3, вижу Т2 и Т1 остальные. Т3 куча. ХП еще и ловкость залита. Господи, боже ты мой. У них мускулистность, видите, да, вот эту тему? Опасно. Под броню, да, как будто. Ладно, смотрим. Главное, барабаны есть. Черт побери, главное всех словить, особенно Т-тришного. Т-тришного необходимо точно словить. Тощий упырь. Мне не нравится, что они на возвышенности, если честно. Вообще не нравится такая история. Получи. Тут надо отойти ребятами такими. Это слишком жестко. По идее, не знаю. Здесь hold the line, естественно. Вот так. Ты взялся, да? Ну, ты будешь чинить. Те, кто будет отходить. Твоя задача такова. Ты пока больше ничего не можешь интересного. Пытаемся слить побыстрее. Так, минус дали. Вот здесь я поставлю его сюда. Тащить надо, прожать явно. Здесь подойти бахнуть. Или сюда. Не, сюда очень жестко вставать. Мы бахаем. И вот сюда прижимаемся. Нет, 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 дальше мы не можем идти. Не имеем права. Так, удержите оборону у тебя, да? Баф. 4. Удар. Но не особо чувствует. Тут наш самый жесткий щит, по идее, 112. Он должен терпеть. Т-тришный засранец. Здесь сюда поставим. Я не помню, как они работают уже, все-таки, насколько они далеко бьют. Бьют они до сюда или до сюда тоже будут бить. Надо смотреть, надо нюхать. И уж потом делать какие-то выводы. Блин, это нимбл, которого могут раздеть очень жестко. Надеемся, этого не произойдет. По-быстрому сейчас попытаемся их слить. Последний будешь ходить. Может быть, ты и не сходишь вообще, да? Я на это надеюсь, по крайней мере. Вроде всех прижали. Давайте смотреть. Так. Так. Ну, вы видите, да, что дальность какая? У них вообще... Они вот так жестко бьют, что они по своим попадают, но это копейки. У них нимбл вкачан, так что... Не чувствуется. Мне нужно сюда подойти и вот этого дебафать. Жестко, да? ХП вроде бы... Пока не просаживают. Просто захотел и вкинул. Раз, два.
На самом деле это легкий отряд в каком плане? Типа это не Т3 все типы, это Т1 большинство, это надо понимать. Но это с точки зрения... называется-то... Файт — это халява, возможность халявный лут, который иначе за 4 черепа, если нам дали, мы бы просто страдали. На уровне даже больше, чем это с этим, с червем, да? С двумя червями вот этими, апнутыми. Так что это жестко. Давай вот сюда. Руби ему. Ага, хорошо. Сделано. Вот этого надо уничтожить. Не умели дефа много. Прижмем его вот тогда, чтобы он вообще уже не походил. Поближе. Песнопение дадим. Вот этого надо прижать. Ну, с тобой пока мы не можем даже... Ну, можно начать просаживать. Даже испугался. Отличная история, я считаю. Возможно, продамажим даже, да? Здесь щит. Здесь можно бить просто вот этого. Хорошо. Здесь под шаг удар. Топор. Топор, говорят, можно подойти. В принципе. Хорошо. Давай проверим, насколько она сможет продержаться. Насколько это роляет. Так, дебафаем этого. Вот, видите, как раздели быстро. Кто не готов к такому? Немблецкий очень быстро раздевается, это неприятно. Тебя же пока не могут раздеть. Может, их нерфанули немножечко, не знаю, потому что были они очень дикие. Ты пока что-то не удел оказался. Не получается стрельнуть. Ну ладно. Угу. Пойдет. Как будто их реально нерфанули, кстати. Ну, опять-таки, это я так сужу. Один Т3-шный всего лишь. Когда, по моей памяти, там я сражался с 14 Т3-шными, а не одним. Это не объективное суждение. Давим, давим. Шо? Заградили, да, сюда встать. Попадаем хорошо тогда. Здорово. Защитки даем. Да, видите, он сразу в Нимбла врезался. Он знает, куда врезаться. Видит Нибла, просто бьет сразу же.
Ничего, твоя песенка уже спета, считай. Мы все грамотно сделали. Ну так, получи. Рам-пам-пам. Да не-не, сюда. Лут сюда надо. Кстати, где лут? Вот есть чуть-чуть. Надеюсь, мне хватит на масочку для пожирания. Получим пожирание, как у вампиров. Это вообще будет круто. Для нимлов вообще просто божественно. Не смогла добить. Ничего страшного. Эта честь приходит к Калви. Да, 5 целых кожицы сняли. Это хорошо. Куча сеток у нас тут. Гоблинских использованных. Превосходно. Вот это мы, конечно, залутали. Вот это да. Это богатство. Так. Тут 19. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ищем, ищем, ищем. Может, здесь что-нибудь будет? Что-то темнота. Надо разведать. Здрасте. Вот, кстати, кожица подъехала. А, только одну дали. Только одну дали, да? Тут костей дали больше. Дают, естественно. Блин, ну эти тролли, это жесткие ребята. Мы помним, да, этих боксеров? Давайте смотреть, что тут. Есть немного троллей в броне, вот они. Орда варваров избранных. Но можно попытаться с ними схлестнуться. Так сказать. Да? Эти варвары. Жесткие. Ну, в принципе, а что, бояться, что ли, всех? Шумы должны бояться всех. Не. Такого не будет. Давайте вот разберем мелочь. Сейчас выставим. Так, кого бы выставить? У нас вот эти типы еще могут ли? Ладно, одного сюда поставим. Надеюсь, там какой-то годный уник, потому что бой будет, скорее всего, не слишком простой. Если вообще будет простой. Кстати, кстати, я же тут хотел. Крафт. Замутить. Помимо этого, да, мне нужна еще одна бронька, на которую я как раз ждал. А, мне вот шкура... Где-то Альп. Это я не туда смотрю. Ой, не хватило, да ладно, на броньку не хватило, зараза. Еще одной кожи не хватило. Так, вот эту линвурмовскую броню мы должны скрафтить. Обычная кольчуга, подбитое серпо, чешуйчатый покров. Вот обычная кольчуга, я не знаю, у меня есть такая штука. Есть хауберк. А вот обычная кольчушка. Черт. Вот это поворот. Южная. Кольчуга, хауберк. Что? Это уник. Кольчуга Хауберг. Блин, а обычной-то нету. Во.
Вот здесь есть у Игоря. И мы даем такую. Одна есть. Дальше. Дальше панцирь нужно или что? Я уж что-то... Давай смотреть. Еще раз. Как я хочу этот, блин, капюшон. Надо стрельнуть с этого некроманта найти, короче. Но это потом. Это понятно, мы найдем. Чешуйчатый покров называется, да? По-моему, это двушка, чешуйчатый покров. Надо смотреть. Это он или нет? Что-то я в сомнениях. Там покров было слово, не доспех. Вроде бы. Так, у тебя туника. У тебя вот что. Ага. Тут для крафта. Вот здесь есть, например, у Игоря. Но Игорю дать-то есть что-нибудь? Основу какую-то взамен. Нифига нету. Нифига нету, да? Можно обменять. То есть обменим, да, вот так. Какая ерунда, что-то забавно. Забрали. Двушка такая же. Единичка такая же, Хауберг. Облегченная, да? Ну, облегченная это лучше. Готово. Давайте смотреть, насколько выполнились условия. Нифига, все-таки не та. Именно чешуйчатый покров. 120 на 15. Надо искать. Тут вроде уники у типов. Ты себе забери обратно. Возможно, и нету, кстати. Я думал, есть. Надо купить. Ой, какая у тебя ерунда, слушай. Это неприемлемо, чтобы на моей валочке такая штучка была. Так, тут тоже ерунда, кстати. Им надо подгон получше организовать. Да. Прикольно, но его нету. Ладно, понял. Черт побери. Так, а вурмовскую голову я тоже не могу сделать. Где она? Да. Чешуи не хватает. Почему не хватает? Только не говори, что я продал ее. Ой, блин. Именно через ивент, я имею в виду, вроде продалась.
Сны не изменяют память. Чёртовы ивенты на продажу зверья. Нам не интересно, этого нету. К сожалению, нету. Тра-та-та, это что? Это фигня от огнестрела. Ну, надо зайти будет купить шучатый покров, кто бы знал. Че такой фигни у меня нету. Бесячая штука. А вот голова, где голова? Где голова находится этого чудовища? Что-то я не очень понял. Где голова с пожиранием? Вот она. Голову мы можем сделать, и у нее как раз будет жуткий пир. То, о чем я и говорил. Но это важнее, чем тело. Где оно? Тело там. Ну, хотя как, тело... Да это автоматически, да, восстановление. Но пока мы не достали еще, какой смысл? Шлем вурдалак — это сила. Смотри, нужно по цене, да? Тоже приобрести нужно будет. Но это все не важно. Сосредоточимся пока, значит, на бою. Пока что, да, все выдали. Все готово. Ассасин готов помирать. Я думаю, готов. Можно под броню пытаться бить, в принципе. Хотя... Ладно, попробуем. Броню я, значит, могу даже бомбочку кинуть. Все, все заряжены. Погнали. За шкурой. Ну и дикаря убивать. Черт, бери! А че так много? Офигеть, ну это жесткий лагерь какой-то попался. Ух-ух-ух-ух-ух. Тут одни избранные, конечно же. А у этого что? Не топор? Значит, у него какая-то шмотка. Лучше бы топор дал мне. Хотя что, баланс, да? Ну, типа ерунда вроде как, да, лови. Даже так не помер. ХП много слишком. Слишком много ХП, говорят. Ой. А, у нее же баланс, черт побери. Баланс жестко бустит. Ну, поехали. Они так стопанули, я думал, сейчас влетит. Ух. Ассасина надо выручать оттуда, на самом деле. Сейчас мы обменяемся. Здесь. Но они неплохо сучковались, кстати. Зайди сбоку, встань. Вот они сами не слишком сильно подходят, хорошо. Здесь. Ну, слушай, нам надо подойти и выстрелить. Ждем. Блин, долбанные дубины. Бущу нашего Алви. Семьдесят девять. Серьезно? Ну это прикол знатный так-то. Смотри, что мы здесь делаем. Вот сюда. Убираем вот этого типа. Убрали, понял. Вот этого начинаем разваливать. Так, подождем пока. Сходят другие ребята. Тоже ждать.
Еще раз ротация. Так, так, так. Псинку убрать. Поменять пушку. Получи. Флажки поднимаются, нам это только на руку. Здесь держим строй. Держать. Ты, наверное, здесь будешь стоять пока что. Едку бахни пока что, да? Хорошо, ждем. Обмен. Ассасин отступит, он быстро ходит. Он, в принципе, хотя если они адреналин прожмут, не жмут. Да, отлично. Он отступит. Здесь лучника сюда. Здесь мы, естественно, подходим. Делаем ему почти 5%, я надеюсь. Стоять. Не могу подойти, к сожалению. А, здесь было бы неплохо вот так встать. Сюда. Естественно, мы должны заблокировать вот эту историю сюда. Мы должны быть готовы, что сюда влетит, мы влетим к нему. Потом снимаем напряжение с пацанов. Сюда встаем, будем бахать, если что, чинить, лечить, да, и прочее. Так, барабанщик вижу, вижу укротителя, сюда, получи. Поймал. Здесь мы можем вот так сделать. Не знаю, вот это меня очень беспокоит вверх, на самом деле. Но тут тоже три анхольда держать, это очень напряженная история. Поэтому приходится чем-то жертвовать. Типа сюда. Стоять. Ждать. Восемьдесят один шанс. Хорошо, конечно, но не 90 с чем-то. Мы давай прожмем на него. Так вот сделаем. То, чтобы не слишком сильно расслаблялись. И вот этого тоже дадим в него. Вот так хлопушку дадим еще, чтобы они не слишком выпендривались, так сказать. И отступить. Вот сюда станет наш щит, по идее, в идеале. Да? Он дебафает. Черт побери, они дебафают. Что это? Безумие? Сняли флаг очень плохо. Анхольд влетел очень грамотно как-то. Я бы сказал, слишком. Ну, понеслась. Так, пока вроде бы не слишком все плохо. Все в пределах нормы. Это тип еще даже не ходил. Посмотри на него, какой хитрый. Вот это плохо. Флаг. Флаг уронили. Типу, да. Нам надо сыграть с браконьером. В связке. Получи, но травмы нету. Поехала. Минус дал. Ждем. Ага, смотри какой. Не проблема, не проблема. Сейчас все будет. Дядь, а ты что хочешь от жизни? Ступи давай. Куда они могут залететь? Вряд ли он сюда в карман залезет, правильно?
Ну, это тролль, я имею в виду. Но не должен, по идее. Ждем момента. Тут надо убрать вот этого. Голову, да? Превосходно. Ты сможешь это... Ой, блин. У них баланс, да? Вот варварам баланс. Варвары и так самые жесткие типы. Ну, они не, вообще непредсказуемые. Вот с их рокировкой, с их вот этими дубинами, пробивающими все. И топорами молотами. А так они еще под балансом. По ним еще попасть тяжело теперь. Короче, история прохладная. Как ни посмотри. Черт. Псинка немножко не туда заехала на самом-то деле. Ну такое. Я думал, будет больше урона. Здесь стоять 103, хорошо. Сейчас все неплохо. Ждем. Здесь что мы можем? Молоту дать? Или квазар? Квазар не подводит, в принципе. Терпеть. Куча... У него нету индома, к сожалению, да? Надо бы вкачать на 16-м, кстати. Тогда это будет вообще машина какая-то. 9 жизней тоже хотелось бы. Но он не тренируется вообще. Откуда вытащить, нереально. Непонятно. Пытаемся пробить. Здесь щит подними. 85, говорят, да? Маловато будет. Черт побери, маловато будет, реально. Неплохо. Потом добьет сейчас. А тут надо... Оу. Очень много хп. Поехали. Слушай, а тебя можно застанить вообще? Можно, но шансы, говорят, не очень, да? Превосходно. Это, наверное, лучшее, что могло случиться. Вот это отлично. Псинку лови. Два раза промах? По псине. Вот это кошерно, конечно, сейчас было. Не, ну слушай, это вообще кошерно, реально. А, так, у нас ход браконьера, да? Надо убивать вот это все. Слушай, превосходно, я бы даже мог лучником добить, вкинуть ему, так сказать. Вот это мы уничтожаем. По идее, сюда надо вставать. Но это по идее. Или можно снизу заехать. Ой, как здорово. Ой, Ларс, ты вообще машина так-то, да? Не дождался своего хода, говорят. Поехали, работаем. Работаем, господа. Не, на чемпиона то, что мы застанили, это вообще прекрасно. Это прям мне радует очень сильно. Ага. Надо думать. Снимаем напряжение. Сразу всех бафает. Вот это мощь. Ну да, шанс, конечно, голяк. Я бы лучше, наверное, таким тогда попробовал. Хотя травму нанести вообще нереально. У меня столько хп. Прохладная какая-то история. Надо думать. Надо думать, что-то думать. Вообще, я брал не для таких историй тебя. Больше под вот это. Вот она, рокировочка лютая, я же говорю.
Пошла жара с этой рокировкой. Наваливаем. Ух, пока везет. Ну как везет? Все было прожито для этого, чтобы выжить. Смотри-ка, укротители очень близко стоят. Возможно, стоит их запинать. Нормально запиным, ага. Карман шире держи, говорит. Они прям хотят, смотри, этого и мама снести. Ух ты. А если вот так? Тоже криво говорят, да? Ну, понимаю. Говорят, не очень. Ближе подойди. Даже смог сыграть свою роль отлично. Здесь 55, а что такие варианты маленькие? Падение просто. Точку. Оу. Это здорово. Так, а у нас один тролль решил, что он самый умный. О. Ну, это прикольная история. Так, минус есть. Как же все плохо обернулось. А у него, у моего этого главного типа есть. Нет, я не взял ему. Не взял. Ладно, стоим, что-то придумаем сейчас, наверное. Тут, конечно же, броню надо восстановить. Очень сильно замяли. Блин. Как всех вывести-то? Вала. Может, сама себя потом выведет, может быть, да? Голову долой. Пытаемся пробить, как-то испугать, не знаю, что-нибудь придумать. Вот так пытаемся, да. Слуга. Дважды молоточком. Я так беру и не могу сюда пройти. Блин. А вдруг он подойдет, вот этого просто унесет. Хотя он не может этого сделать на самом деле. Ничего он не может. Укротитель уже близко. Можно самим подойти, чтобы шанса, что они на флажок снимут, не было. Но это что-то прохладная история, если честно. Довольно-таки, да.
Навалимся, короче, на этого монстра. Тут, конечно... С этой рокировкой, конечно, они поддушивают знатника. Я вроде как отступил. Хотел... Ну, ассасин что-то плохо себя показывает, не знаю, что-то мне не нравится совсем. Ой, да ладно. Имам, походу, сейчас хочет прилечь. Чемпион здесь сейчас крутанется, да? Ну, прикольно будет. Да нам будет неприкольно, я думаю. Немножко пацанам восстановим хп. Так, терпеть. Терпеть. Солдаты. Что выгоднее? Подойти по двоим дать или... Не, дважды, я думаю, получше. Ну да, он все-таки бьет по игре, но... Игорь терпит, как мужик. Давай травму дай. Дай травму. Не, нифига, говорит. Война удара даже не помогает с такими историями. Мы ликвидируем вот этого типа, чтобы он не бил. Да? Дальше мы сюда работаем. Почти. Арбалет. Нужен арбалет, чтобы он попал. Смотри, какой. Хочет на возвышенность стать. Любой ценой. А чё, как так случилось? Не кузнец, а этот... Блин. Помирай. Как так вышло, ребят? Я могу обезоружить его. Да? И вынести его, да? Хотя зачем это обезоружил его? Вопрос. О, вот так пойдет. Так получше. Вынесли. Все круто. Вот тут дядька хочет проехаться, да, к нам. 150 хп. Ну, смотри, мы снесли почти 97 хп. Мы снесли, да? Правильно я говорю? 97. За 3 удара. Прикольно. Но травмы нет, это не прикольно. Так, псарь выпустил своего питомца. Надо подумать, не знаю. Барабанщика подставлять? Нет, конечно, вот кто. Так, терпеть, терпеть. Господа. Опа, это хорошо придумал, что толкнул. Сюда. Еще раз. Хорошо. На скиллухе работаем. Тут что ты хочешь? Давай индом, да и щит подними тоже. У нас есть яд рабочий, да? Вот сюда можно закинуть. Угу, попал таки. Шкура на холде держит. Лучи. Ну, меч плохо против этого работы, конечно. Против такой жесткой брони. Ты уже выдохся, считай. Нам нужно пробивать эту броню всю, естественно. 78. Прочность еще есть. Более чем, более чем. Давай местить вот этого. Стан. Я не могу стан прожать, да? Блин. Не вижу смысла бить. Хочу стан прожать. Адреналин, да? Он после, после килла... А, тут вторая здесь собака есть еще. Тогда не знаю. Уведу-ка его, пожалуй. А, он решил крутануться, никого не убил. Молодец. Машина. Это весело. Восстановим все-таки типу еще хп. Псинка забавляет. Так, раз, два,
Пробил, но толку нету. Слабо. Не достаю до этого типа последнего, да? Это последний же вроде? Кстати, да. Давай дебафаем. Дебафить это важно. Ой-ой-ой, дважды мимо, все, домой, приехали. Там три попадания, тут дважды мимо сейчас подряд. С шансом 52. О-о-о. Холд. Давай камень последний закинь. Вообще прекрасно работает. Проща отрабатывает. Это проща фигня, а проща фигня, конечно. Я уже тестил эту прощу, я же говорю, бронебойную. Это темка еще та, артиллерия в чистом виде. В чистом виде. Домой. Такс. Вот этого заменить. Сейчас будем настрелить по этим двум. Ой, пацан сейчас приляжет. Надо бы его отвезти как-то. Как отвезти-то? Как отвезти, расскажи. Я бы отвел. Хромой бедолага. Через 7 ходов ходит. Надо немножко сдвинуть, я думаю, акцент. Тролль. Ты типа выдержишь такой натиск? Вроде как. Ну-ка, понял. Зачинить. Уничтожить броню. Сквазара можно поменять. Сюда. Квазар, спасай, братка. Бахнуть по троим, давай. Брони себе. Ой, не броня, а защита себе поднимет. И это прекрасно, я считаю. Выводим вообще его оттуда. Превосходно. Далее, далее, далее. Да, молот может дважды бахнуть. Это наш хороший вариант, я считаю. Ну, почини уж до конца, ладно. Топор, топор. Все, типа, отступают. Они поняли, что это безнадега тут. Пахнет безнадегой. Не могу ударить, к сожалению, да, из-за кровотечения. Поменяем пока хотя бы пушку. И вот сюда встанем. Ой-ой-ой, как здорово. Правда, он задебафал. Вот тут ничего хорошего нет от дебафа. Снимем напряжение. Опа! Хорошо, хорошо промазал. Не зря весь этот уворот качаем. Даже псинки как-то живут, как это работает, вообще не могу понять. Как это работает? Нам бы вот сюда, наверное, хотя... Так, дядька очень сильно истекает кровью. Отдохни. Во-во-во, пошел крутиться. Hold the line. Один с ходов. Пусть он сходит, а мы потом залетим. Давай даже вот так. Смотри-ка, открылся. Получи, значит. Даже ты попадаешь, смотри, как работаем. А ты затумажишь, прикольно. Стоять. Стоять, ребята, стоять.
лучник выдохся. Попал по квазару, но это не важно. Йохан, броню сюда. Получи. С тобой что, щит стоит? Стоит. Красиво работаешь. Ну ладно, надо было перевязать проще. Если уж не собирался попадать. А топор, что он хочет? Он хочет... Что-то хочет. Я тоже что-то хочу. Блин, нифига у нас стек крови. Чё, по троим бахнем? По хпшечке можно отработать уже. Скосил. Скосила. Это что же за дебафы мерзкие? Максимально мерзкие дебафы. Ну, он, кстати, устал. У нас должен быть бонус. Кинжала. Стрелы кончились, естественно. Что ж, никто добить-то не может. Ну давай ты. Хорошо. Просто отработал, мистер. Как демон. Like a demon. А, так ты уже не кровоточишь. Ну, понимаю, да. Две травмы накинули тебя. Вперед. Продвигаемся. Ты уйди лучше оттуда. Ух. Движемся вверх. Не знаю, что тут уже все кончено, в принципе. На, вот по ноге. Выдохся, наш слуга. Ну и что это, умри. Ты тоже. Вот это главное забрать. Сейчас мы... Не, вот он вот здесь. Сейчас мы как-нибудь обойдем их, да? Не-не, тогда подождем. Залатали. Так. Тут хорошая позиция. Нормально, Ван Холь, да? Стоять. Нога пробита, еле ходит. Чтоб страшнее было. Лучи.
Страшно. Ну-ка, псинку мы сохраним, давай. Вот так. Просто кали его. Так, щиток выпал, да, даже? И вот она. Какая-то штучка. Сейчас глянем, что там нам приготовили в северяне. Нам бы некроманты, конечно. Сейчас заценим. Девяносто на шесть. Ну, нормально, чё. Тут может кому-нибудь дать. У нас тут есть какие-то нибблы, которые немножко обделены. У тебя, например, фигня какая-то, да? Ты у нас в порядке. Офигеть, у нашего главного какая-то ерунда вот эта 45. Я просто подобрал достаточно грамотно практически, да? Ну ладно, у кого-то еще я видел, у тебя что ли? Да, вот это что за позор? Что это за позор? Сними это. Ну и все. Изи 15, как бы, если что. Если спросят вдруг. Так. Там пока соединим вместе. Это мешается. Обычная кольчуга, да. Хауберг нам не нужен. Чего? Просто выглядит как это. Да. Забавно. Забавно, забавно. Так. Посетил бы я север на самом деле сейчас. Думаю, посетим. Нежить ходит. Ну, это неинтересные ребята совершенно. Нам такое не интересно. Опа. У нас не хватает, ребята. Все будет. Вот и все, переработали как надо. Сейчас еще закупимся. Что это работяга так дорого стоит? И ценники взлетели до небес на каких-то простых батраков. Кровожадная. Ну, как забавно выглядит. Так, круглый шлем. Того, что мы ищем, вот есть сюда. Чешуйчатый покров сюда приобрели. Эта штука всегда забавляет меня. Выпить за здоровье отряда. Ну, давай здесь излечимся. Главное, инструменты скупить все.
Но едой мы можем себя сами обеспечивать на привалах так-то. Если каждую ночь делать эту вещь. Барабаны. Надо больше сеток, ё-моё. О, слуга 16 взял, ничего себе. Нормально. Нормально так. А ты чё, 10 взял? Ничего, а качаться будем в атаке, не? Попадать вообще для слабых, видимо. Кто потратил яд, ему нужно дать. У тебя топор лежит, но ты даже не можешь им из квиков воспользоваться нормально, братан. Не пойдет такая история. Так. Так. У тебя что за руна? Антистан. Угу. Давай подумаем. Индом есть. Есть раскалывание брони, что я и хотел взять для молота, естественно. Давай подумаем. Если мы берем это 10-м, стоит только один навык, 11-й. Серьезно? Офигеть. Ну, передышка ему не нужна даже на самом-то деле, если без берсерка играть. Да, мили атаки. Пипец, мало. Придется оружие, что ли, на такую же бафать рунку. Хз. В легендах иметь 82 это жестко. Ну, 20% это не так на самом деле много. Ладно, пропускаем этот навык. Пофиг, уником доберем, если будет. Важнее вообще индом взять, но будет ли у меня фатига? Давай, ладно, возьмем. Скилл-то годный. Это продать ерунду эту. Продать. Трым-пам-пам. Гоблинское добро продаем. Аккуратненько так, аккуратненько. Не знаю даже. Пойдет. А черепа, о чем вообще разговор по следу? Караван есть? Нету. Понимаю. Вот она. Сколько она стоит? Можно так ее попытаться. Есть тут такие вещи в округе? А.
Вот он, да? Да. Защитить поселение, говорят. Нам бы шкуру, конечно. Топорист, который любит пометать. Понятно. Патруль. Ну, опять в это гиблое место. Высылают. Там-то, конечно, ничего не заспамнится. Может, сюда пошли, либо сюда, да? Давай смотрим. Превосходно, в принципе. Так, у нас нечего чинить. Рунка, рунка, рунка. Еще готовится. Это сделаем. Обычная кольчуга. Смотри, он не типа говорит, что как будто ее нету. Хотя на самом деле она просто надета на вот эту штуку, да? Смотрим. Так и есть. Ну что ж, круто. Круто. Я доволен. Поехали. Сейчас только. Собиратель. Ну, с этим осликом, конечно, много можно закинуть еще дополнительно, но этот ослик. Его надо кикнуть нафиг. Беспонтовую фигню это. Сыграем. Нет, мы не будем играть. Алви метки закачивает. Заканчивает обучение. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что ему привалило. Атлет. Ну, не дурно, кстати. Не дурно, не дурно. Так. Ты у нас качаешься постоянно, 21-й, ты опять вкачаешься, так что тут... Можно квики взять, чтобы стрелы быстрее заменять, да? Постоянно меня настигает эта проблема. Бесячая. Есть готовность. Но готовность именно под подавление больше. Да. А, у тебя даджа нету, да, даже? Офигеть. Ерунда. Не, ну квики выглядят очень здорово на самом деле. Квики, квики. Ну да, очень приятно. Тут больше нечего брать, на самом деле. Ну вот это, типа, уклонение, но... Ну такое. Неизбежная победа. Забавно. Тот момент, когда ты уже столько всего накидал к 20-му левелу, что и брать даже нечего, да? Вот это приколюха. Я беру квики. Никогда не брал раньше квиков. Квики ради того, чтобы стрелы заменять. Это вообще нонсенс какой-то. Это интересно. Сразу же мы просто сменим его с отсюда. Его надо вот сюда поставить. Я думаю. А, он ничего не умеет делать. Вот зараза. Только тренироваться может. Но тем не менее, может дозор.
хоть что-то пусть там делает, да? Нормально пойдет. Дозор будем таким бестолковых отправлять. Бал караванщика. Мог бы на самом деле навык. Было бы неплохо. А вдруг он будет выкачиваться нормально? Давай посмотрим. Наоборот, его сюда закинем. Квазар на патруле. На патруле. А где Йохан? А, ну хотя Йохан там другими делами занимается, да? Какими делами он занимается? Никакими он уже не занимается. Так, это Бал. Йохан. Да, он уже закачался. И ему там особо смысла нету тусить. Можно тоже на разведку вкинуть его. Всех на разведку, короче. Но это важно, чтобы нас не накрыли в лагере. Потому что мало ли кто. Да. Валеран, нет, не ты, Йохан. А ты чё? Качаешься там? Министрелька вообще качается он там? Или он расслабился так просто? По приколу. 4 очка. Не помню, сколько вначале у тебя было, братан, так что... Не могу сказать. У тебя дудки нету, да, братан? Надо дудку тебе дать. Дудку качаем. 11-м. И еще за этот перк мы берем. Что? Че берем? У тебя ловкости нет, да-да-да. Это проблема. Ну, какую-то защиту надо взять бы тогда. Я думаю, было бы неплохо. Дает 1 УД. Это я не понимаю, всем дает или одному дает? Как это работает? Хотелось бы протестить, что ли, даже. Блин, непонятно, что мистеру вкачивать тут. Вообще фиг знает. Боюсь вот это качать, потому что там же не штраф у нее, наоборот, чем дальше, тем проще попасть. Наверное, правильно должно работать. По идее, его надо взять. Единственное верное решение. Палач. Да не. Еще кубик можно взять на такой. Ответный удар. Гоблинцы. Да не-не-не, ребята, чё. А, ну вот это. Сильная штука, по нему вообще фиг попадут. Но он и так держится вдалеке. Давай смотрим. Повысится ли шанс, короче. Поехали в поисках уника. Ё-моё, это что такое? Это ерунда, я даже не хочу время на них тратить. Что? Что? Не напали на меня? Че за бред? Ну давай. Я не хотел вас трогать, но вы сами. Вы сами залетели. Только не говори, что это залагало. Короче, странная ситуация какая-то. По-моему, это из-за осла было. Я удалил осла, и все нормально стало.
Она отключала модов, но типа моды, по-моему, не играют роли никакой. А, ладно, бредятина. Еще в окружении, как же мне это нравится. Это бомжами сражаться в лесу, главное. Ну-ка, разведку даем. Кто это такие вообще? Что это за... Ветераны, бандиты, поэтому что ли не испугались? Что такие наглые? Псина, самостоятельная боевая единица. Тут вообще грустно, никого нету. Ну, сейчас разберем. Ладно, головы ваши получим. Штучек 10, я думаю, будет. Какие-то каски у них интересные, вот у этого. Тут тоже какая-то интересная бандана или что это. Непонятно. Трэ-тэ-тэн, трэн-тэн-тэн. Самое интересное, я так осла не брал в бой, но вот сколько раз я бы не загружался, ничего не отставало от меня. Просто бой не загружался. Тен-тен-тен-тен-тен. Ну и ладно. По руке, да? Нормально. Пойдет. Что ж ты так? Домой просто. Просто домой. Блин, вот это каски. Я ему голову размажила. 17+, как будто. Да, 4 очка потратил. Неплохо. Сыграно. Так вот, ребята, нападайте на того, кого вы не можете осилить. Куда вы вообще полезли? Стрелять впритык — это вообще забавная история, по-моему. С лука впритык. Это какой-то леголаз получается, да? Стрелы там в глаза тыкать прям стрелами.
Ай. Помирать пора, парень. Ну, давай, кстати. Не в того, но допустим. Приемлемо. Все новые выползают откуда-то. Оп, и ты уже не такой храбрый, да? Это вам не курованы грабить, ребята. Ух ты. Не хватает 82. 55 шанс, да? Фигня какая-то. Готово. У него Лон Вульф качан. Серьезный парень. Верит в себя очень сильно. Ну-ка еще раз. Не пошло. Шанс-то хороший, в принципе. Для такой вещи. Сейчас бы 95% мазать. Вот это вот просто... Изюминка. Не отпускаю вас, пожалуйста, уйдите уже. Просто бегите. Вот этого, наверное, придется хлопнуть. Он больно наглый. Смеет уворачиваться еще. Неприемлемо. Да ладно. Они не собираются уходить, да? Ну, что-то такая себе история. Чи попал своей дубиной. Вот же все. Это он просто, видимо, так дефал отчаянно. Такая каска веселая. Чего они хотели, вообще непонятно. Ну конечно. А, не то продал, черт побери. Давайте заценим эти касочки. Что там с ними? 160 на 6. Ну, так-то нормально. Ну, вот эта фигня. А та нормальная штучка такая. Бахнем Певчанского.
Темный китель продается. А нам он нужен для крафта вообще? Шапка не продается, китель-то продается. Давайте посмотрим по-быстрому. Для чего это может понадобиться? Вот для вот этой брони, под этого типа вроде нужна. Темный китель вот такой, да, нужен. Ага. Волос ведьмы нету. Такой-то у меня есть, кстати, китель, если что. Все ровно. Ну да, короче, ведьм хлопнуть, и у нас будет еще прикольная шмоточка. Пойдем сдадим чисто квестик хотя бы. Неохота даже кого-то сейчас преследовать. 3000. Какой ужас. Ну, Альпа это не интересно. Альпа же, да, там? Да, вообще не Альпа даже. Интересно. Защитить поселение. От чего мы защитим ее? Сарня. Добыть артефакт. Надо на стоянку ставиться и крафтить. Сейчас только долетим до поселения уже. О, три черепа. Это кресло бродячие. Да-да-да, давай сюда. Вообще, вроде бы, у них только под их патронажем вот это должно быть. И же до охотников это не ваш путь. 1 час, это легчайшее. Как же долго все это будет делаться, да? 4 типов делают, если что. Можно тебя снарядить тоже. А, вот тебя нужно снарядить, смотри-ка. А, хантинг, да? Флетчинг. Ну ладно, стрелы-то мы купим, пофиг на эти стрелы. Че, разведка вроде есть. Может, они откуда-то отсюда ведут, поэтому долго будут идти, кстати. Ну вот они летят. Разбойники уже здесь, говорят. Вставай. Так. Рунку нам выдали. 9% КЗ, минус 3, получаем урону. Могло получше прокнуть, но... Ну и такое пойдет. Теперь надо вспомнить... У кого закачано и то, и то. А, да, хочу вспоминать, вот. У тебя что? Вот, у него минус 8 получаем урона. Вообще четкая история. Превосходно. Квазар. Что скажешь? Тебе пока не залито, да? Пока не можешь таким баловаться. У тебя есть, кстати. Вот, у тебя хп увеличивается. Было 106, стало 115. Плюс 9 хп. И чуть-чуть урон снизится. Так, на децл, так сказать, да? Зато теперь можем вот эту рунку на кузенов кинуть. Или на вот этого типа, да? Ну давай. Почему бы и нет? Руны нам нужны. Так, у нас есть уникалочка вот такая. И вот такая. Больше дает статов. А это не уникалочка даже. Тогда заменяем, это выкидываем. Это выкидываем. Неинтересно. Текс, текс, текс. Надо, кстати, еще бы, наверное, сумки такие скрафтить. Эта фигня меня бесит, и надо удалить.
Че там бандосы? Меткий парень какой-то есть. Есть, говорят, меткий парень. Сколько мы накрафтили? 60% дошло, да? Блин. Другие можно будет скрафтить здесь, я думаю, сейчас. Сразу. Очень много, очень мало бандосов. Давайте мы сократим число. Кто будет участвовать в бою. Царя надо качать. Нифига не качается, поэтому... Естественно, мы берем его. Этот будет метать камни, естественно, тоже берем. Йохан верный. Рейдер. Ларс. Хочется всех взять, но тут надо же чем-то что-то убирать, потому что это нереально уже тащить. Столько типов. Тащить, сражаться. Столько не нужно. Псарь, псарь, псарь. Вообще не качать, надо его бустануть как-то, блин. Псарь, да, этот. Тренируется, да, он, надеюсь. Всякие рыбаки. Ну ладно, блин, фиг знает. Там вообще мини даже интересное. С этими хотя бы тут есть главарь какой-то. Есть меткий парень какой-то. Черт побери, у него всего лишь эсток. У этого лук. Офигеть, на луке проперло что-то в этом трае. Да, жестко. Черт побери. Задеваю все время микрофон что-то. Ну да. Перекрыто что-то знатненько тут так-то. Вижен. Так сказать. С молотком. Конократ? Чего? А, коронократ. Коронократ. Интересная история. Очень интересно. Просто в башню дали, типа. Понизу решает двигаться. В принципе, давай схлестнемся внизу. Why not? Я готов на любые условия. Вот так. Давай вот сюда пройдем. Угу. Я тебе, конечно, верю. Разбойника попасть не может. Ну... Окей, окей. Возможно, я слишком многого тебя прошу, ожидаю. С такими, с такой атакой. Интересно, у него не калочка так-то. Ну блин.
Второй раз промазать. Вот это бесценно. А, и тут тоже. Понял, понял. 95%? Не, не слышал. Что это такое? Мы не знаем, что это такое. Коронакрат наш любимый. Ну смотри, вот этого типа можно... Вот. Не, ну вы поняли, 95. Погоди, а тут что? А, ну ладно, с рыбака претензия снимается. Ну, два раза. Через раз было 95. Обычное дело, в принципе. Это мастер мечей даже не признал, бомжоныш какой-то. Ну да ладно. Получи, монах. Чтобы не поднимал мораль. Нам надо голову рубануть вот этому типу. А то у него голова не прикрыта, я вижу. Чё за бред? Не удивлен. Цени, какой удар надо делать, а не твои детские удары. Отлично. Шаг, удар, будет неплохо, если я смогу сделать. А танк не смог пройти, это прошел. Вот это интересно. Интересная история. Занял высоту, дядя. Залетел. Компуктера залетел впервые, прикольно. Кстати, в кого надо залетел так-то? Попал. Это было вообще случайность, по сути. А, черт побери. Так. Ну, шанс невелик. Но он есть. И главное, что его хватило. Сейчас мы ликвидируем вот этого типа. Ну, почти же, ну куда? Копейки осталось, пару хп, ё-моё. Ударил, так ударил. Вот так. Почему ты второй раз промахиваешься-то? Э, куда, куда? Стой. Блин, он еще... У него выносливости слишком много. Стоять.
стоять бояться. Прилегли типа отдохнуть. Естественно, нет. Вот это. Как он так убежал? Слушай, через рокировку, походу, смылся, да? Ага, ладно. С копья тоже не пошло, понял. Лон Вульф, говорят. А он травмированный, слушай, пытается убежать. Дело сделано. Все? Нет, он здесь еще. Блин, с луком убегает. Жесть, дядь. Отдай лук. Он убежит, это изи-катка. Опять еще один уник убегает. Шансы были маленькие, но даже она попадает. Она понимает, насколько это важно, но мораль не сбивается. Мораль не сбивается, к сожалению. Попасть вообще не может. Чувак держит позиции, как боженька просто. Ты посмотри, что делается-то. И все, сейчас он хоп, домой. А, жестко. Щиток у тебя был, да? Это броня есть. То 75 на 12, это ерунда. Легкая броня. Нет, такое. Министрель получил единичку. Забавно. Тип ушел, но это жестко. Жестко, жестко. Черный ворон, Бальтазар. Здрасте. Здрасте, здрасте. Сэрил кошмарный. Что ты принес нам, Сэрил? Надеюсь, что-то интересное. Высота за мной, ребята, да? Я могу вас уничтожить. Даже не вспотеть.
Поэтому, типа, все равно выше шанс попасть. Окей, понял. Министрели тоже задебафаем. Давай сначала с этим, так сказать, разберемся, но не разбирается, что там. В инвиз уйди. Опять без очертания ушел, нормально. Полностью. Ой, как плохо. Вот так. Еще и в голову дал ему. Просто машина. Что делаем тут? Надо было бы сыграть с мистером, но уже поздно, чтобы подойти куда-нибудь стрельну. Так, о, налетчик, 95%. Поехали. Смотри, тут что, отстрел можно защититься и подойти даже. Вот сюда. Такой заряженный тип, смешной. Ветеран бандитос. А, он снизу шел, понимаю. Вот так вот. Не ожидал такого, братан, да? А я так сделал. Лучника бафаем. Свободное плавание, пустим Эльзу. Ща возьмет, потанцует там внизу. Можно, в принципе, врезаться, да? И в того, поехали. Или вот так. А, вот так тоже можно. Он пытается ее, походу, убрать. А если вот так? И вот так еще. Потом попытаемся вот этого, но не хватает пробива на такие истории. О, очертания появились. Прикольно. Два раза попал. Чё, дядь? Сколько? 13? Дважды? Понял тебя. Красиво работаешь. Сюда. 79. Ну, у него 120 там хп, как обычно. Эти дровосеки, они нифига не хилые. Так что получи камень. Нормально. Даже под 140 у него было хп, получается. Опять я не воспользовался, да, связкой нашей. Так, сюда бахнем. Нормально копье вкинул так. Нашу золотую маску. Да ё-моё, косой ты, Гуга, естественно. Не твоя вина, но обидно. Добиваем. Вот так. Прокидочка на двоих. Это всегда не того бафнуло, скользнуло. Прикольно. Окей, тут что? Ты дважды мне попал, да? Я тебя помню. Искусный стрелок, кстати, между прочим. Но ты поопаснее выглядишь. Здрасте, топорист. Ну смотри. Наш шанс. Мы подходим. А-а-а.
Слушай, я могу? Или он ударит по мне? Он ударит! Он не видит, но он ударит. Камон. Это жестко. А ты что боишься так? Испугался? Страшно? Так. Надо их ловить опять. Ой-ой-ой. Броня держит. Ждать. Здорово ждать. Тут, конечно, сильная история. Очень. Топорист поможет, возможно. Получи. Может он помочь, кстати. Раз уж мы поменялись ролями. И что творите, ребят? Как-то вышло в окружении, я тут стою. Стою, да? Сюда. Валеран. Что вам хотелось бы сделать? А чё по шансам таким? Чё такие шансы хилые-то? А, понимаю. Не пошло. Не пошло еще раз. Не пошло все-таки. Но мы вытащим лучника в любом случае оттуда. Ну вот с этим как быть? Давай разбираем по-быстрому тогда. Да-да, по-быстрому. Не, ну смотри, чё. Можно выбраться отсюда, правильно? Ускакать, так сказать. Все готово. Ой-ой-ой-ой-ой. Раздел просто топором. Получи. Чё ты хочешь? Сейчас убегать будешь. Правильно я понимаю его намерение? Естественно, он будет убегать. Ну, конечно. Надо ходы как-то давать, как-то догонять это все опять. Пытаться же хотя бы. Как? Кому дам ход? Да. Собаки, где мои собаки? Померли. Мои собачонки. Ухмыляющийся тип, да? Давай-ка ты попробуй его раздеть. Возвышенность. Мимо. Так, у него собака была. Ну что ж ты? Что ж ты так косячишь? Собака есть, но типа, возможно, не в том направлении побежала. Я щит не могу сломать. Искусный убегает, да и черт с ним, в принципе. Не хватает, он просто... Не, он уже убежал, считай, все. Ой, да ладно. Ну ладно, сегодня какой-то странный забег. Много ошибочек, наверное, не знаю, как сказать.
А что ты будешь делать? Что это такое? Стоит там на возвышенности и еще нам накидывает. Держит удар. Нифига себе. Интересно. Да, у типа все-таки щит был. Я думаю, неужели у нее такой же щит, который уже выбил? Так и оказалось. Места нету, да? Да тоже. А, ну такой щит нормально сейчас стоит. Куча ерунды. Все. Деньги получены, а теперь давай смотреть. 3500, это очень просто сделать. И мы это делаем. Дальше. Это делается вот это еще. Сколько правильно? 2500 правильно. Сюда. Вот. Псарь получил левел. Ну, пока не будем качать его. Наемник. Хорошо. Хорошо. Смотрим. Все ли корректно? Да, вроде бы да. Такую сейчас тоже скрафтим в палатке. Я могу еще раз сделать. Поехали, что. Делается все. Паутинку мы не можем тратить. Все беспонтовое, бесполезное. Надо, что такое можно сделать. Это кровь валяется уже. И валяется, да? Ну, а теперь самое вкусное. Распределяем это все. 348. А почему не прорисовано на 30? А, это просто как это идет, как легендарная уже даже, да? Ничего накинуть мы не можем, то есть. Так забавно. 310 уже не кажется какой-то большой броней. В легендах так-то точно. Когда у вас по 400 набирается легко. Да. 360. Кому дать? Так, чтобы было интересно. А, у нее и так легкая. Смотри, какая легкая, какая четкая. Я ему собрал, да? Прикольно. Вообще машина. Тебе можно дать, в принципе. Ее потерять жалко, конечно. Он какой-то в зоне риска, постоянно его долбит. Поэтому хз. А, вот этот тип у нас еще, смотри, есть. Железный. Но он во втором ряду, а нам нужно больше для первого ряда подготовить. Может, тебя? Псарю. Руну снять, да? Так вот сделать. Готово.
и пятерку под броню, чтобы мы меньше били надо. Анхольдовскую, естественно. Вроде бы... А, да-да-да. Пир-пир на весь мир. Смотри, можно дать вот этому типу. Да, кринжово выглядит, конечно. А вот так сейчас нормально встало вроде бы. Достаточно нормально, я бы сказал. Вот. Погоди, а что меняется? Не, все нормально. Не 119 здесь, вот это прикол. Ну, сетку можно вытащить или вот это? Сетку можно, ладно. Вот, пир, да? 7 УД, 40 выносливости. Утолить голод трупом для восстановления ОЗ, очков здоровья и исцеления травм. Насколько же это круто, да? Вот это сильно. Например, можно тебе дать, да? У нас тут перо. Перо мы снимаем, допустим, так. Бах. Чудовище такое чисто. Какое-то. Жесть. Можно опять-таки танком давать. Кому угодно можно давать, это естественно. Естественно. Вот тебя пробивают сильно. Тебе можно, к примеру, дать такую историю, да? Даже после этого сможешь походить еще разок. Короче, в хозяйстве вещь нужная. Мы снимем, допустим, вот тут. Так не смотрится нифига. Щит, шлемак. Еще и маска есть у вас, которая не используется. Очень легкая деревянная штучка, да? Надо посмотреть. Возможно, стоит использовать. Все-таки он может станет. Это серьезная тема. На один. То есть серебряная маска, будем говорить, серая, да, это золотая, прикольно. 57 на 4. Этих масок на раздавала просто. Мы вот так сделаем. Так, очень легкая, да, штучка получается. А изначалка, изначалку можно такую дать. В принципе, да, кто, почему бы и нет. Изначалку такую. Где эта фигня-то? Вот единичка такая, да, двушка такая, хоп. 363 уже. Ну, неплохо, неплохо. На 16. А сама одна, это уже 15 врубает. Потом мы вешаем вот такую штуку. Во. Пойдет. И... перо. Ой, господи. Нормально. Ну, не идет, да, к сожалению. Нечего пока повесить. Пусть ходит. Не, это лишнее. Угару можно так. Это лучником можно всяким вешать. У него и так такое же перо. Прикольно, мне нравится. Ну, чуть дальше становится как-то. Картинки. Ну да, ну да. Ну что ж.
вообще у нас тут? Так, есть такие штучки, да? Всех двушки имеются вроде бы. Их просто очень много, да? Тебя не имеется, но все сделано по уму, так что тут такого нельзя. Ну круто, здорово, отлично. А, у тебя такая штука, да? Да-да-да, помним. Тоже нормально закрывает. Либо это, либо это. Вынос не тратит. Забавно. Вот. А, мы сделали, точно-точно. Это надо тоже пристроить. Кого нет? У тебя нет, но у тебя... А, да-да, мы компенсировали так слабую твою двушечку, да? У нас нету двушечек хороших. Как так-то? Это чё? 125 на 11. Ну, единичку-то надо куда-то вкинуть, да, это тогда. Сейчас мы найдем применение. Если не сюда, то другое место. То на 13. Давай тебе дадим. 100 на 13. Получше такая история, конечно же. Идет. Куча щитов. Ну, и щит до сих пор, кстати, не сломали ни разу. Это хорошо, это мне нравится. Ну, это они даже ломают. Не, пытаются ломать, кстати. Такая же прочность, даже на 4 больше. Это сдать. Это 25 на 25, да? Да, это лучше. Кругленький наш. Хотя я очень люблю вот такие щиты, прям. Очень круто. Они такие довольно редкие, кстати. 25 дальний, да? Тут как раз тебе дадим. Часто террорит. Пойдет. Это продать. Ну, здесь, конечно, продавать это такое. Неинтересное занятие, а вот пойти повыше. И повыше где-нибудь. Что тут предлагают? Караваны, смотри, как легко. Запад. Там, правда, ничего нет. А, вот сюда предлагают везти. Там ничего нет, я и так сказал. А еще что? Вы, ребята, что творите-то? Ремонтик довольно долгий. Нормально. Изготовление идет. Трубадур. Ты сколько их тут? А, неплохо, кстати. Неверный. Может, в резерве сидеть. Певица. Певица тоже хочет петь. Ну, хотя бы описание появилось этого. У многих описаний еще нету.
точнее, у всех, которых я встречал. Шутов, что-то не было описания. Баг какой-то был. Ну что, тут у нас забавные пацаны есть. Девчата, но, естественно, нам такое уже не интересно. Вообще ничего не умеет. То же самое и он. Только бартер дает. И место. Ух ты! Что-то есть, кстати. Что-то имеется в наличии тут. Надо зачекать еще вот этот, да? То я как-то пропустил момент. Давайте смотреть. 8-110, копье булава. Я не знаю наизусть это новое оружие. Ну, статы какие у него. Не могу сказать, насколько оно плохое. Просто я вижу, что у него минус фатига есть. Минус и прочность, да? Урон, по-моему, не забущен, кстати. Но я могу ошибаться. Могу ошибаться. Двадцать одна тысяча. Офигеть, она стоит. Как вне себя, блин. Опять инструменты нужны. Ой. Берем чё. Шапку продаем, ладно уж. Вот это. Кольцо сюда. Перо домой. А, чекаем, да, уникалочку. Та-та-та-та. Щиточек этот тоже сначала восстановим просто. Этих щитов, блин, навалило, посмотрите. Хороший щит, кстати, очень прочный. Вот нам можно даже сюда поставить будет его. 26 на 15, 29 на 15. Самый главный параметр — это защита плюс прочность. Прочность очень важна в затяжных боях, особенно против варваров и прочих. Вот жалко, что руна тут, конечно, топовая. Прям кайфую с нее. Хорошо дебафает. Прям, ну, очень хорошо. Можно вот так поставить, если будут сильно прожимать. Опа! И у тебя 7-7, да? Так-то, кстати, реально прям, ну, в ближнем бою мало дает очень. Она просто еще дебафает врагов. Ну давай, ладно, сменим. Сменим эту штуку. 107. Самый прочный щит, который у меня есть в наличии. Просто жестко. Жестко, жестко. Смотрим на броню. Где эта броня? Пропустил ее, что ли? Вот она. Давай. Ну, это нам не интересно. Допустим, 141 на 10. Прекрасно, кстати. Очень даже сильно. Да. Куда мы его пристроим? Трешка. Вот она, единичка. 141 на 10. Знамо куда? Можно сюда? Можно даже квазару накидать. У нее и так есть какие-то вещи. Но уникала, кстати, у нее тут... Блин, квазар настолько топовый, что сражается без уникалок. Но я даже не знаю. Как же он хорош. Можно усилить Ларса, но куда еще? Он вот так заряженный. Погоди, у него
А, у него уникалка именно основа, понял. Понял, понял. Именно основа. Для танка у тебя очень мало. Очень плохо с броней, сказал бы я. Ну, душка такая, потому что, типа, кончина оптимиста. Ну, вот прям, я бы так назвал, да. Можно усилиться как раз до 400 догнать Йохану. Это интересно выглядит. И единичку даже выигрываем, да? 395 даже не получается догнать. Ну, смотри, если я надену шарф вот этот дурацкий, у меня будет ровно 400. Пойдет. У нас такой темный весь будешь, короче, красное тебе не к лицу. Пока сюда накинем. Хотя очень плохая штука, броня, скинем. Стёганка есть. Давай такую тебе дадим сразу же, заряженную. На наплечник. Потом так. Потом уже начнем тебе собирать. Есть такая штука пока лишняя. Двушка вот здесь имеется, да? И сколько это можно? 375 на 40. Тяжелый очень выходит с такой, таким плечом, да? Так, а мы его не ставили, потому что у нас другая задача, да? У нас задача попроще что-нибудь собрать вообще так-то. Полный хауберг. Тогда бери его так, ты же не был. 51% урона. Вот. Арбалет. А чё арбалет? У нас есть один арбалет. Быстрых рук не имеем. Пилум. Не знаю, эти пилумы, они, к сожалению, не к месту, я все-таки считаю. Очень. Они еще по одному. Вот это бесит. Конечно, бесит. Вот дядьки, да? 50, офигеть, он в тяжелую фигню. А, ну да, такими панцирь, конечно. Это неприемлемо, кстати. Слишком мало они дают, чтобы столько забирать, я считаю. У нас есть вариант получше. Тем более там основа дурацкая. Ее надо, кстати, убрать. Все. Так. Где двушка? Двушка вот такая, да? У нас есть получше. Ну, как бы, да. Ну вот, здесь 82 хотя бы. 375. Ну, потянет. Стало чуть меньше брони, но и свободы чуть больше. 13. Ну да, это запасной вариант, короче, такой. Ба-ба-ба. Возможно, возможно. Ты у нас вообще собран из того, что есть, видимо. Да.
еще тяжелее вышло. Вау. 15 на 14. Ну, 13. Ну да. Ну ладно, закончим с этим микроменеджментом. Есть что продать, кстати. Как-то я забыл это. Ага, готово. Создать. Да шо? Три зелья я готовил. Но они понадобятся еще для легендарных локаций. Я думаю, пойдет. Балет, пронзатель. Держу, конечно, но... Мне уже думается, что не особо это интересное занятие. Ладно, расставимся в конце костяшки сейчас. Напялим. На кого надо напялить. А на кого надо-то на самом деле? Что-то я сделал так костяшек, а зачем я их сделал? Пипец. Не особо на кого есть напяливать. Двуручим? Во-во-во-во, вот тебе надо. Необходимо. 95 на 11, что ж такое-то? Пять на 11. 400 сделали. Пойдет. Машина, просто машина. Неостановимая машина. Ну и кому-нибудь по приколу можно вкинуть. Кому? Давай. А, вот еще кто есть. Псарь. Да-да-да, псарю накинем. Хорошо. Тут разобрались. С этой ситуацией. Хорошочек славный. Волос верховной ведьмы. Вообще, я склоняюсь к мысли, что ему даже бить не надо, ему нужно просто вот так вот ходить. Я как-то зря, наверное, взял мастер древкого оружия. Надо больше... А, у него мастер тесака нету. А, давай посмотрим, как это будет выглядеть. Если будем вот так ходить. Плюс всегда в сетка может быть в руке. Да, если что, готов. Оп, накинул. И здорово прям. И доволен собой. Тебя сетку. Тогда мы возьмем еще одну. Вот это мне, кстати, больше нравится такой вариантик-то, да? Сетка плюс выбить. Вообще, слушай, это шикарно. Пойдет. Это сюда. Щиты, блин, щиты эти, конечно. Щитов навалило просто. Где мечи, кстати, уникальные? Где вот это все? Обычно наваливайте мечей уникальных. И ты с ними мучаешься. 6 мечей уникальных там в загажнике, да? Сейчас что-то все наоборот. Все по-другому как-то стало. А, кислоту мы сделали, что ли? Блин, эта кислота вообще не к месту. Ладно, все, я думаю, заканчиваем этот выпуск. Потом продолжим. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих эпизодах. Пойдем искать дальше шкурки в следующем эпизоде. И костяшки надо искать. Ладно.